Ребята, всем привет, с вами Давид, и как вы поняли уже с названия данного видеоролика, я сегодня вам покажу нечто крутое, то, что я создал реально по вселенной Человека-паука, просто в игре, в гоночной игре, игре совсем другого жанра. Ребят, вам это просто невыразимо должно понравиться, потому что я вбухал кучу бабла в данную, ой, палюсь в данную машину. Но перед тем, как я ее возьму и вам ее покажу, я хочу сказать то, что Dodge Challenger, который мы купили, довольно неплох. И он очень-очень хорошо тюнится. Вот прям прекрасно. Вы просто посмотрите на то, что я с ним сделал. Просто вот, ну, взгляните на это чудо. Это настолько красивая тачка получилась. Просто она, я не знаю, агрессивная какая-то у меня вышла. Просто это реально вот стрит. Просто стрит машина. Вот только на нее посмотрите. Так. Это всего лишь малость. Хоп. Хоп. Видите, то есть какая тачка получилась, да? Неплохо. Неплохо, согласитесь. Неплохая машинка вышла. Круто довольно, круто. Мне она нравится. Конечно, я вам ее начинку показывать сейчас не буду, но машина действительно того стоит. Я ее просто продул, она у меня 247 вроде уровня. Вот. Тачка выглядит замечательно. Вот только посмотрите на него. Он какой красавчик этот Dodge. Просто 10 из 10. Ну, окей, не буду вас томить, не буду тянуть время. Давайте я возьму машину Человека-паука, так сказать, Спайдер-мобиль, который я создал, закрыл. Это круто, такого на Ютубе еще никто не делал. Это я, наверное, один единственный, кто придумал такую идею, воссоздать машину Человека-паука. Я, конечно же, не утверждаю, что кто-то, возможно, на Ютубе такого не делал, но по-любому есть люди, которые раньше придумали эту идею, возможно, и нет. Я не знаю точно, я не могу это утверждать, но это реально круто. Можно и получше сделать, но я сделал машину, которая приближена больше к Человеку-пауку. Я ее даже назвал Спайдермен. Что ж, вы готовы это увидеть? Давайте перейдем в вид от первого лица, чтобы вы не видели особо внешку машины. Вот. Так, выбор тачек. И это, ребятки, у нас... Это, ребятки, у нас совсем другая машина. Машина, которая подходит по своей стилистике к Человеку-пауку. Это Chrysler 300 SRTB. Вот. Стрит-тачка, она тоже для уличных гонок. Она, конечно, в 200 раз лучше доджика, но додж тоже довольно быстрый и крутой. То есть, ну, смотрите, давайте ее выбираем. Так. Много машин, много они у меня всяких там классов. Так. Вот она вроде, да? То есть, ну, смотрите, смотрите. Салон. Раз. Белый. По внешке Спайдермена старался делать. Салон. Вот, то есть, ну, вы сами видели. Кабина, вот, я вам ее показал. Сзади, вот. Вы видите, да? А теперь, ты можешь заткнуться, пожалуйста? Посмотрите на внешку. Опа, ребят, видите? Просто вылитый Спайдермен. Не так ли? Вообще, красота, докажите. Вот прям, ну, 10 из 10. Тут выше баллов можно поставить. Выше 10. Реально, это, ну, полностью Человек-паук. У меня нету игры новой про Спайдермена пока что. Временно. В связи с тем, что она, ну, дорогая очень. Вот. Зато я
додумался до вот такой вот идеи создать машину Спайдермена в игре, в которой очень огромный тюнинг, разнообразный, который даже не уступает тому же Need for Speed'у, как на мой взгляд. Конечно, не Payback'у, не 2015, но все же. Вот. Тачка прет, тачка прет. Она крута везде, и в салоне, ну просто... Посмотрите, она реально божественная. Давайте, чтобы не кататься по городу, я перемещусь на... так, где здесь трек? Помню, я... Где-то здесь трек есть, он называется Little Eagle. Ага, вот он. Вот он. Нет, это не Little Eagle. Стоп. Так, где же... Так, значит, нашел я вот данный стадион. Little Eagle. Давайте быстрое перемещение сделаем. Чтобы не кататься туда-сюда. Просто прокатимся и посмотрим на данный автомобиль. Он реально крут. Блин, сейчас стемнеет, это обидно. Мы не можем за счет этого рассмотреть полностью тачку. Вот это обидка. Ну ладно. В общем-то, вы поняли, да? Круто, круто. Мне нравится. Ну, блин, разбили. Мне нравится начинка машины. Мне все в ней нравится. Я ее прокачал, просто сделал как положено. Машина реально тащит. Это круто. То есть, кто тоже хочет сделать такого вот спайдермена себе в данной игре, делайте. Это реально круто выглядит именно на вот этом вот автомобиле. Это выглядит круто. Это реально выглядит круто. Я не знаю, эта тачка бы подошла бы к фильмам про Человека-паука, нежели чем к комиксным сериалам или мультисериалам. Вот. Вот такая вот машина у нас сегодня была на обзоре. У меня на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Давид. Всем пока.